Ты спой что-нибудь. Ну, коротенькую фразу, спой какую-нибудь. Летит вообще классно, как в ущелье. Ну, собственно, да, это такое ущелье и есть. Естественно, амфитеатр. Атр. А! Прикольно. Слушай, это здравая мысль. У нас, правда... Хотя что, кому запрещено на улице петь? Кому мы не будем после 11. Да. Слушай, это интересная мысль. Взять и провести репетиции ансамбля после концерта здесь. Да-да-да-да-да. Открытая репетиция. Это, а?